В Академии танца Бориса Эйфмана продолжается балетный интенсив для танцовщиков и хореографов из разных стран мира. Техника и темп русского балета заставляют участников выходить за рамки собственных возможностей. Коллективы, которым предстоит выступать на сцене Александринского театра, формально уже сформированы. Теперь хореографам и танцовщикам предстоит сойтись в репетиционных залах лицом к лицу и увидеть, как иностранная хореография будет исполняться российскими артистами. И наоборот. Мы пойдем в другую часть здания, в холл театра. Готовы? Идем. Сегодня мы пришли в театр, посмотрели там все. И у нас было совещание со всеми службами, которые будут делать шоу. У этого здания отличный дизайн. Очень интересное решение. Году из-за того, что расписание в Александринском театре очень плотное, мы решили репетировать все номера здесь. Световую программу мы делаем на этой сцене и приносим ее в Александринский театр на флешке, потому что оборудование там точно такое же. Так мы экономим время, ставим номера вместе с нашим световым дизайнером. И 20 июля устраиваем общий прогон, чтобы в точности увидеть, как ваши постановки будут смотреться в Александринке. Так что этот театр будет нашей репетиционной площадкой. Помимо света, организаторы русских сезонов просили подумать, как использовать LED-экран. Какие картинки туда выводить. Это должно быть яркое шоу. Скажите, а занавес наверху, он опускается? Опускается ли он? Да, конечно. И софиты тоже опускаются. Их можно поставить на разные уровни. Я бы сказал, что этим утром я был в восторге. И мы все были в восторге от того, что мы увидели. От всего технического оснащения. Особенно от света, от LED-экрана. И для меня это все, разумеется, дает гораздо больше средств для того, чтобы в итоге сделать даже больше
чем я ожидал. Это взрыв мозга. Я поражен этим уровнем, этими технологиями, этими возможностями создавать такую красоту при помощи света, светодиодного экрана. Это удивительно свежие топовые технические решения. Это настолько вдохновляет, что крыша едет. И я в восторге от того, что буду работать со всем этим. Я бы очень хотела для девочек платья без рукавов. Очень простые, белые. Возможно, чуть выше колена. Это возможно? Возможно, будет лучше написать все ваши запросы Екатерине. Картинки, сколько штук. И дизайнер по костюмам придет к вам в класс и снимет мерки. Я думаю, если начать работу прямо сейчас, то у нас будет больше шансов хорошо подготовиться к шоу. Дело в том, что Даниил хотел использовать зеркала в своем номере и хотел, чтобы они двигались. Как много? 4. 4? Понятно. Ты хочешь что-то такое или нет? Да, я хочу что-то светлое, что-то похожее. Так что... Хорошо, мы посмотрим. Я думаю, что выбрала костюмы во всех смыслах довольно простые, чтобы они выглядели как можно более нейтральными. Я стараюсь говорить о той стороне жизни, с которой сталкиваются все, и моя пьеса вдохновлена теми событиями, которые происходят с каждым человеком в путешествии или в быту. Думаю, что я выбрала костюмы, которые были бы максимально безликими. Я также понимаю, что вложила очевидные половые различия между танцовщиками при выборе костюма. Я попросила парней-танцовщиков быть в белых обтягивающих брюках, а девушек — в платьях, потому что я не хочу, чтобы вперед были выставлены костюмы. Главное для меня — это поиск идентичности. Что касается костюмов, это наиболее важная часть, так как мое произведение об одежде, о внешности. У меня 5 танцовщиков в группе, и у каждого есть вешалка. Вот такая. Не знаю, как она у вас называется. У каждого танцовщика есть вешалка. И я буду рад, если она будет заполнена висящей на плечиках одеждой, с одеждой разных цветов. Например, одна вешалка будет зеленая, другая — желтая, третья — голубая, а четвертая — розовая. Да, это будет все немного разноцветное. Мне нравится играть с аудиторией. Не смущать зрителя, а давать ему простор для воображения. Можно понять это как выбор одежды в гардеробе. Или примерка в магазине перед решением, что купить. Или это могут быть даже продавцы одежды. В рисунке танца будет взаимодействие с этими рамками. Они будут снимать, вешать, меняться одеждой. Будут использовать все возможности, которые дают вешалки и одежда на сцене, чтобы двигаться, творить и взаимодействовать. Как тебе такая высота? Я думаю, что для студентов она будет слишком высокой, так как они еще очень юные. Для меня нормально, но для них будет... высоковато. Но я бы попросил адаптировать это под их рост, если можно. Конечно, можно. Отлично. И тебе это уже не нужно для первой репетиции? Да. Хорошо, я покажу тебе, где она стоит. Возьмешь, когда надо. Хорошо, спасибо.
топ в обтяжку с высоким горлом. И мне кажется, что ткань должна оттянуться. Также я думаю, что девушки, как и парни, должны иметь черные длинные брюки и черные носки. Ну круто, 5-6. Для меня самое важное — это различные текстуры и такие футуристические разрезы на одежде под разным углом. Одежда темно-серого цвета. Получается, у меня в группе один парень и три девушки. Молодой человек будет с открытым верхом, будут брюки, немного рваные и короткие. Вы понимаете, да? И по моей задумке, девушки должны быть примерно в том же стиле. Например, в шортах-юбке, а еще с таким коротким косым топом. А что на ногах? Скорее всего, они будут босиком. Ничего не будет на ногах. Босиком можно? Из этой позиции делаем так. Да, вот так. Окей? Готовы? Ой, осторожнее. Дай-ка посмотрю. Спокойствие, все нормально. Надо будет это замотать чем-нибудь. Потому что эта железная штука не держит. Разболталась. Давайте пока уберем. И еще раз все сначала, пожалуйста. Хорошо? Молодцы. Хорошо. Молодцы, молодцы. Танцовщики, которых я получил для пьесы, которую я создаю, они поразительно талантливы и очень-очень трудолюбивы. У них очень хорошая подготовка, и они очень молоды, что, безусловно, вызов для меня, как для хореографа. Ну и для них, конечно, потому что моя планка достаточно высока, и сделать то, что я хочу, непросто. Ведь я привык работать с более опытными людьми. Хотя у ребят очень хорошая техника и подготовка. А также потрясающая сила воли и желание показать себя. One, two, three, four, five, six, seven, hold. Seven, eight. One. On five. Раз, два, три, четыре. Не так плохо. Еще раз. Давайте. Я чувствую, что мои танцовщики очень хорошо подготовлены. У них есть подготовка и в контемпорари, и в балетной технике. Так что моя хореография поможет раскрыть их потенциал в движениях. Я могу творить с ними все, что захочу. Играть, создавать, использовать их гибкость, их силу. Я вижу, что они очень заинтересованы в работе, в обучении. Поначалу было очень неудобно работать через переводчика, и мы не очень хорошо друг друга понимали.
Мне было сложно донести до них то, чего я хочу. Но я показала движение сама, где-то на пальцах объясняла. И они стали без переводчика меня понимать. У нас уже начинает появляться свой речевой код. Так. Вот это вот движение. Здесь плечо назад, как от удара. С какой ноги? Вот так. Я думаю, они потрясающие танцовщики. Они потрясающие студенты. Они занимаются так же, как и мы по утрам. Но они это делают всю жизнь. Каждый день. Потому что у них очень сильная подготовка и очень сильная техника. Я преподаю с самого первого дня здесь, и это непросто, потому что я дико устаю, прежде всего, после своей тренировки. А потом я даже не знала, чего ожидать, потому что поняла, что в моей группе люди разного возраста и с разным опытом. Но меня поразила дисциплинированность ребят, умение разделять работу и общение. Столько усилий они готовы приложить, настолько открыты для новой информации и настолько готовы тестировать границы своих возможностей и работать самостоятельно. Это мне понравилось, и это сломало один из моих стереотипов о России. Потому что, когда мы за границей видим танцовщиков из России, они все очень серьезные. У них мощная система, в которой они работают как машины. А тут я увидела ребят, которые готовы творить весьма свободно, и они открыты и для нового материала, и для самопознания, и для роста. Вот что я могу сказать. Once again.